Siadów. Так, все, ночь наступила, можно пойти поспать. Фух, установить 64-битную Java, чтобы повысить производительность. Спасибо, но я натурал. Сейчас все эти ублюдки сгорят. К чертовой матери, я их просто не особо уважаю. То есть суть вы поняли, как это все будет дело выглядеть. В принципе, можно уже сейчас попробовать что-то построить на этой схеме, так скажем. Там единственное, что будет странно, это, наверное, строить эту ферму арбузов и тыкв. Это будет довольно необычно. Это будет довольно странно и довольно непонятно. Надеюсь, вы представляете, насколько странно происходит процесс монтажа этих роликов. Потому что я монтирую чертов Майнкрафт, по сути. Вы должны понимать, монтирование Майнкрафта — это тебе не стакан поссать обмыло. По-моему, где-то я просчитался, блядь. Вот, по-моему, вот где-то вот я вот просчитался. Хотя, в принципе, нет. Может быть, я не просчитался. Может быть, ты идешь нахер. Почему нет? Вот этот один блок, он нам понадобится. В принципе, эта штука может быть еще и выше. А знаете почему? А я не знаю, что ты прикопался ко мне. Я вот не знаю почему. Ну и, по сути, в длину ее надо сделать как можно длиннее. Ну, я человек непривередливый. Вообще непривередливый. Совсем непривередливый. Ну, где-то вот такой, наверное, длины-то херня и будет. Ширины, точнее. Теперь остается вопрос только с одним. Где взять столько земли? Где, блять, взять столько земли? Здесь понадобится просто немеренная куча. Это, во-первых, это все вот это придется вскопать. Наконец-таки я смогу сделать хлеб. Да, наконец-таки хотя бы хоть что-то смогу пожрать. Да, вообще очень простая схема. Просто вода сливает все эти агрокультуры в воронки. А воронки собирают в сундуки. Ну и, собственно, дальше что происходит? Понятно, мы собираем картоху и кушаем ее. И мы счастливые белорусы. Короче, тут под низом будем ставить поршни. Поршни будут поднимать вверх, получается, арбузы и тыквы. Только мне вот надо вспомнить, арбузы и тыквы вообще ломаются, в принципе, из-за того, что они, их поднимают поршни или нет. Потому что если это не так, то, скорее всего, я проебался где-то. Да, и вся эта идея может пойти просто коту под сраку. А в сраке, вы сами знаете, дела плохи. В последнее время, как бы я, может быть, не самый сраковый эксперт, но, черт возьми, в сраке, наверное, дела сейчас очень плохи. Да отойди ты от меня, тентакливый монстр. Ну, я знаю, ты выглядишь мило, но все же, не надо. Не надо. Ты же понимаешь. Это нехорошо. Нужна вода, блядь. Ну, воду, в принципе... А что сложного? Просто взять и, короче, под каждый слой наливать воду. Ну, то есть, тупо на каждый, получается, пятый блок мы разливаем ведро воды. Даже не на пятый, можно даже подальше немножечко. И в принципе это должно работать. Скорее всего. Если я, конечно, умный человек. А я однозначно умный человек. А еще это кирка, это не мотыга, как бы. Тут надо вот что еще помнить, что кирка — это не мотыга. Это орудие одновременно и убийство, и дарение жизни. Ну, как я и говорил, где-то 5 блоков распространяется эта штука. Так что можно жить спокойно и не переживать за то, что у нас потом будут проблемы с водой. Лучше обезопаситься как бы сначала, сказал бы кто-то так однажды. И не существовало бы майнкрафтеров вообще в принципе. Но меня, я бы существовал как бы все равно, anyway, потому что я-то топ майнкрафтер in the world. Просто если ты не согласен, можешь просто пойти нафиг. Тут почти стак. Неплохо. Вот это я, конечно, мозг просто рассчитал как гений. Хотя, подожди, 4. На сколько там? На 20 с чем-то? Ну да, в принципе, 60. На 20 с чем-то 60. Чё, блять? Это будет огромная такая бандурина, в которой тупо что-то растет. Еще придется тут крышу полностью сделать, короче, стеклянной. Это, представляете, сколько песка? Это надо будет найти какой-то пляж и просто его изничтожить. Итак, 3 картофана. 3 картофана. 3 братана просто. Блять. И кто ничего не видел, как бы все нормально. Вообще, в принципе, как можно упростить себе жизнь в Майнкрафте? А я знаю как. А вот вы не знали. Как бы упростить себе жизнь можно очень просто. Очень и очень просто. Правда, для этого придется сделать некоторые построения. И выглядит это будет довольно внушительно. Я понимаю, это может напугать. И вообще, в принципе, у вас такая идея может не удовлетворить. Но мне терять нечего, поэтому, короче, строим огромную хренастую вот эту штуку, которую на серверах люди строят, да, чтобы лута до хера получать. В лесу вообще вот как раз было бы зашибись. Ходить в лес,
Типа, сходить в лес, например, ты за дровами сюда сходил, да, и сразу же мобов, это, лут собрал с мобов. Почему нет? Нормально же, да? Так, я правда не понял, что там, 3 на 3, по-моему, там яма такая была. Высоту она будет, наверное, ну, примерно блока 60. Там будет, короче, яма 3 на 3. Вот такая. Короче, строим. Строим, нормально, чтобы было, строим. Единственное, кто будет выживать, наверное, в этой штуке, это пауки. Потому что пауки, они собака любят выживать. Булыга, такой материал, он может заканчиваться. Булыга кончилась. Придется искать булыгу. Вот я гений, конечно, да, я вот сейчас воду туда разлил. Мастер игры просто. Вы думаете, я никто в этой игре? Нет, я как раз таки здесь царь и бог. Я уже записываю 45 минут. Это странно, я записываю Майнкрафт 45 минут. Мне эту серию придется сжимать минут до 15. А пока Шадов копает, я сделаю небольшие такие объявления. Видосы. Короче, в ближайшие 3 недели можете никаких видосов и стримов не ждать, ибо Шадов опять отбывает в концлагерь веселый рейховец. Пожелаем ему удачи. Также хочется сказать по поводу разных серий видео. Чужик в изоленте. Алиен в изоленте выходить больше не будет. Ибо игра лагает, монтировать трудно, и в целом игра скучная для Ютаба. Еще у меня винда слетела, и игра с сейвами удалились. Это так, к слову. Майнкрафт! Майнкрафт будет. Мир уже сконвертирован в 1.14, а значит, все будет заебумба. Иди по Санику. Я ищу игры. Честно. Правда. Все проекты по ежу схожи, как две кучи шоколада. Очень сложно найти что-то стоящее, например, как Утопия. Silent Hill. Тут, думаю, все понятно. Игра нравится как мне, так думаю и вам, так что я продолжу ее снимать. Стримы! Зайдите в плейлист со стримами. Сделайте выводы сами. Остальной фановый трэш. Скетчи в начале роликов, возможно, перерастут в нечто большее. Но ничего не обещаю, вы меня знаете. Просто есть идея, куда все это направить, но реализация требует социализации. А с обществом ни я, ни Шэт не дружат. Слава! Подпишись на него. Я серьезно. Возможно, он что-то пилит. Возможно, нет. Хер его знает. В общем. Канал я целиком забрасывать не буду. Мало-помалу, но делать на нем я что-то буду anyway. Что ж, спасибо, что посмотрели этот небольшой летсплей подкаст. Можете подписаться на Фламу. Подписывайтесь на меня. Ставьте лайкусик. Лукас. Джордж Лукас оставьте. Своего большого такого, да. Ну и вдарь по колокольчику, чтобы он зазвенел. Понял меня? Нет? Все. Да. Удачи. И пока.